конечно же, победы. Что, чего еще можно ожидать? Но прежде всего, конечно, я надеюсь увидеть красивый хоккей. Ну, я думаю, что будет матч вообще крутой, потому что будут биться две команды армейские. Но болеть будем за ЦСКА. ЦСКА будет чемпионом. Подколзин на песок! В воротах шайба подколзин! Потерял на мгновение шайбу из виду, и вот чем это закончилось. Толчинский нагло! Вижу такие броски, да? То лишайший доллар дара речи, карт, камень из прощи выпустил в ближнюю девятину. Мы знаем, что делать, и в большинстве в равных составах, я думаю, свои моменты мы реализуем. Не выиграл, и сейчас второй раз используют москвичи численное преимущество. Чудо-пас на дальнюю штангу. Снайпер своей команды Толчинский! 3-2! Я же говорил, будет огонь! Красавцы, было тяжело, но выстояли, сражались, выиграли.